Наша планета населена бесчисленным множеством различных видов одноклеточных существ. Все эти одноклеточные существа размножаются делением и при этом образуют свои точные копии. Эмбрион, развивающийся в материнском чреве, также вступает в жизнь как одноклеточное существо, и эта клетка размножается в точности, копируя самую себя. В такой ситуации, если бы здесь не было специального замысла, то все клетки еще не родившегося существа были бы одинаковыми, и тогда бы образовалось не человеческое существо, а лишь бесформенный кусок мяса. Но ничего подобного не происходит, потому что клетки развиваются не бесконтрольно. Через несколько недель после соединения сперматозоида и яйцеклетки клетки стали расти по-разному, стали отличаться одна от другой, подчиняясь неспосланному им тайному приказу. Сейчас мы являемся свидетелями этого изменения, которое всеми учеными описывается как необъяснимое чудо. Бессознательные клетки приступили к строительству внутренних органов, скелета и мозга. Клетки мозга начали формироваться в этих двух маленьких зазорах. То, что вы видите сейчас, это начальная стадия развития мозга. Клетки мозга будут быстро умножаться, и в результате этого роста мозг ребенка будет состоять из почти 10 миллиардов клеток. Сейчас мы видим образование клеток мозга. С каждой минутой к этой общей массе прибавляются 100 тысяч новых клеток. Каждая новая образующая клетка ведет себя так, как будто она знает, где ей необходимо быть и с какой клеткой она должна соединиться. Каждая клетка находит свое собственное место, несмотря на бесконечное количество вариантов. Она соединяется точно с той клеткой, с которой это необходимо. В человеческом мозге имеется 100 триллионов различных соединений. Для того, чтобы клетки мозга могли правильно осуществить эти триллионы соединений, они должны проявить разум, намного превышающий интеллект человека. Но известно, что клетки не обладают разумом. И это относится не только к клеткам мозга. Каждая из делящихся и умножающихся клеток эмбриона направляется с одного места, где она вначале образовалась, прямо к месту, которое она должна занять. И каждая из них находит то место, которое было предназначено для нее. Итак, кто же тот разум, кто побуждает эти клетки, не имеющие сознания, следовать этому сложнейшему плану? Профессор Стамбульского университета Дживат Бабуна дает следующий ответ. Как происходит, что все эти одинаковые клетки движутся в разных направлениях, словно повинуясь полученному откуда-то приказу, и формируют совершенно различные органы? Это наглядно показывает, что совершенно одинаковые клетки, имея одинаковые гены и ДНК, не хаотично соединяются друг с другом, но вдруг получают четкий план действий, и тогда одни из них формируют мозг, другие — сердце, остальные образуют другие жизненные органы. Строительство новой жизни внутри материнского чрева происходит непрерывно. Некоторые из клеток, подвергающиеся изменениям, неожиданно начинают расширяться и сокращаться. Следом за этим сотни тысяч данных клеток соединяются вместе и создают сердце, которое будет биться в груди человека всю жизнь. Вскоре мы увидим еще одно чудо. Те клетки, которые множились независимо друг от друга, на самом деле оказываются клетками кровеносно-сосудистой системы. Через некоторое время эти клетки неожиданно начинают вступать в контакт одна с другой и образуют между собой соединения. Так они начинают формирование вен, сосудов. Давайте снова посмотрим на эту волшебную картину. Thank you.
как эти клетки поняли, что именно они должны образовать вену, и как им сделать это? Это только один из множества вопросов, на которые наука еще не может найти ответ. Венозные клетки, между тем, создают совершенную кровеносно-сосудистую систему без трещин и изъянов. Внутренние поверхности вен становятся гладкими, словно сделанными руками мастера. Эта совершенная кровеносно-сосудистая система скоро понесет кровь в каждую часть тела ребенка. Длина такой сети насчитывает более 40 тысяч километров. Только представьте себе расстояние, превышающее окружность Земли –